не просто, но если мысли карандашом, все легко, но я за шагами рисую, золотой кончиком пальцем ходит такой. Состояние легкое, ходит, но не да, Кира? Это было просто, что с вами только ночи, а потом придется это свидание. Это было... Все, как я начинаю. А ты играй. Я немножко нервничаю, потому что заметила, что у меня это первое свидание с тобой, и мне нужно немножко приготовить. Значит, я вызываю тебя на привыкание. Ну, я буду не против. Ребята, это первый раз. Может быть. Давай ставим тайник потом. Ну, я бы не отказался от парня. Я тоже. Пойдем сюда. Ну что, не отставай. Вы меня чуть не сбили. Так не сбили же, вы появились так неожиданно. Я не неожиданно появился, я здесь был. И там я продаю сувениры. Так может, понес мне дорогу? Что за сувениры? Разные, очень разные. А есть что-то таинственное? Правда, вот есть что-то интересное? Да, вот как раз есть два кольца путешествия. Очень интересно. Примерьте, вам понравится. Как интригующий звучит кольца путешествия? Точно это выходит? Ну, все-таки чуть не знаю, пусть оставим. Ну, давай. На, держи. Вы это для меня есть колечко? Как раз твой размер, ты имеешь? Ты что натворил? Как эти мужики только ходят. О, я тебя уже здесь целый час жду. Я не знаю, о чем идет. Мне пора. Блин, санитаров не живет? Эй, не в меняшку, ты куда собрался? Блин, что-то случилось. Что происходит? Что вы как обдолбаны? Девушка, а вообще что? Не важно, это мой друг. Девушка, не лазьте к разговору, он ни к чему не приведет. Слышишь, сейчас как сделаю, мало не покажется, маломер. Ребята, вы что, смирные? Блин, опять! Я ненавижу розовый! Да я парень. Ну, тебя. Не села он здесь. А это вообще кто такой? Без меня не видать на ваших телах. Давайте просто. Эй, ты куда? Смей, теперь.
Свет. И ты? Это был сон. Это все было настоящее. Разные там всякие. Let's go, мотор. Я обошел этот мир уже не раз, держась подальше от готовых фраз. Я видел, где тебя жизнь, лишь вагон, да, кем-то сочиненный шаблон. Не сильно получается в кадре. Да, сейчас нормально. Нормально. Давай теперь к тебе подойду. Мы тоже ловимся подойду. А тебе нет. Да, ты сознание типа теряешь. Но при этом ты можешь терять сознание, смотря ему в глаза. Ну то есть в полностью момент ты можешь не упасть. Это будет понятно, что ты тебе упал. Что натворил? Сына тебе. Чё, вообще охренел, что ты сделал? Алло! Чё наделал ты, мужик? И! Что с тобой? Вернись! Только не кричи! Куда ты?